Состояние прилегающей территории, внешний вид здания, приветливость сотрудников на входе. Это далеко не все критерии, по которым члены общественного совета УВД по городу Самаре оценивают районные отделы полиции. Сегодня заглянули в ленинский отдел полиции номер 5. Больше всего членов общественного совета удивила открытость работы начальника отдела миграции. Он не дистанцируется от жителей, у него нет отдельного кабинета, его стол расположен в общей комнате, и любой желающий может обратиться с волнующим его вопросом. Отметили члены общественного совета и вежливость остальных сотрудников. Мне приходилось, как обычному жителю города Самары, обращаться за различными государственными услугами, в том числе замена паспорта, регистрация, снятие с регистрации и в кировские районы, в промышленные районы, в советские районы, в ленинский район. Поэтому мне есть чем сравнить на самом деле. На мой взгляд, ленинский район один из лучших. Задачи, которые стоят перед нами, то есть осмотр прилегающей территории, состояние помещения, оборудование, целый ряд технологических вопросов, общение с посетителями отдела полиции. Все эти задачи мы выполнили, провели. Поэтому в результате могу сказать, что в целом у нас достаточно позитивное сложилось впечатление о работе отдела полиции номер 5. Конечно, есть определенные замечания, определенные пожелания, но в то же время в целом картина достаточно позитивная. Мониторинговая группа общественного совета продолжит свою работу и дальше. Виктория Шаре, Константин Головин, «События».